Так, девчонки, мальчишки, смотрите, мое новое увлечение. Всем привет, с вами канал Артмани. Мое новое увлечение называется, ну-ка, тут что, не тут написано? А что, не тут написано разве? А, вот тут написано, вот так оно называется, жидкая смола. Представляете, мое новое увлечение, и не только одно. Да, тут лежат, конечно, какашечки. Вот, мы подруг своих, бывает, наверное, называем. Там, ты какашка такая, там. Что-нибудь там пошла без меня куда-нибудь, да? Вот. Мое второе увлечение – это фетр. Я хочу начать шить из фетра. Вот такой вот цвет. Это, кстати, фетр самый-самый дешевый. Вообще, прям я купила дорогой, он был плотный. Мне не понравился, честно. Вот, ну, плотный, не очень удобно шить. Вот тут мягкий, самый дешевый. Смотрите, у него ширина у всех листов одинаковая, у самого дешевого. Там вообще нет отзывов, даже ничего нет. Ну, вы же знаете, Наташа любит делать обзоры. Я подумала, а почему бы и нет? А да, я возьму, сделаю обзор, нафоткаю, сошью что-нибудь, выложу, и народ пойдет покупать, как обычно это и бывает. Вот. Занялась я тоже эпоксидной смолой. Тоже, как и вы, да? Вот, ну, конечно, первое время для нее нужно покупать очень много таких вот приборов, вот цепочка. Еще мне подружка очень помогла, принесла разные, вернее, я к ней в гости ходила на днях, отдала разные там штучки тоже вот для всяких там, вот. Ну, первое время покупать, да, много. Вот они, инструменты всякие. И, конечно же, силиконовые формы в виде мышки. Моя подружка мне постоянно присылает летучих мышей в последнее время. Я начинаю почему-то ими уже, если честно, вдохновляться. И мне начинает хотеться что-то творить, что-то делать. Она присылает свои работы. У нее тоже всякие вот такие вот инструменты есть. Вот, интересные. И от нее начинаю вдохновляться, начинаю уже что-то делать. То есть не просто сидеть дома с ребенком в декрете, а начинаю что-то делать. Что-то садиться за стол. Это, кстати, очень классно. Нужно иметь друзей, именно таких, как вы, тоже творческие, которые что-то делают. Не просто там работа, дом, семья, там, приготовить, убрать, там, все такое, а именно что-то делать. Она присылает свои работы, и я тоже начинаю хотеть что-то сделать, чтобы ей прислать. То есть, блин, это классно. Вот вон цепочка серебряная, красивая. Ну, она металлическая, просто не настоящая. Тут вот у меня золотая, а, прям бусина. Тоже я посмотрю попозже. А тут какашка. Я хочу, знаете, вот честный рюкзак какашка. Вот хочу на лето себе. Вот, я видела только в нашем городе подушку какашка. Я хочу ее купить и перешить на рюкзак. Ну, не знаю, когда это будет теперь. Неизвестно. А можно в Альберсе, кстати, найти. Смола, кстати, 1500. Стоила 1,5 килограмма. Все ссылки будут, наверное, скорее всего, на доставке. Ой, на обзоре. Вот этого всего, там будут все ссылки, там будет в конечной заставке у вас ролик. Это у меня вторая закупка. Третья закупка еще будет, все будет вместе там. Короче, поздравьте меня, у меня новое увлечение, но рисовать я тоже хочу, рисую я. Буду рисовать, вернее, параллельно, попозже. Сейчас мне эпоксидка, сейчас я хочу, знаете, вот эту мышку, я хочу мышку эту, прям не могу. Вчера, кстати, из фета шила мышку, но рисовать, конечно, мне животных вообще не получается, я долго промучилась. Вот здесь у меня фиолетовый, я хочу шить сову. Надо еще разные цвета набрать. Не знаю, буду ли я дальше этим заниматься или нет, а из эпоксидной смолы я уже довольно много всего интересненького такого сделала, но у меня есть план продавать. Не знаю, как получится. Когда я думаю о том, что мне нужно ее продать, у меня обязательно появятся пузыри такие по бокам в виде дырок. И это не очень приятно. Вот. Поделилась я с вами своим увлечением. Покажу попозже, потом, что у меня там уже наполучалось. Кстати, вот это у меня уже вторая такая. Первую я делала с эпоксидкой. Это, кстати, вообще, по-моему, для ногтей. Да. Это блестки для ногтей, но они мне так понравились. Кстати, уже смотрите, у меня стол блестеть начинает. Вот, но они мне так понравились, особенно вот эти вот ромбики, палочки вот эти вот. Вроде ни о чем, да, палочки. А классно, мне понравилось. Звездочки с дырочками, вот. Сердечки с дырочками. Там вот эта вот, которая дырочка,
а дырочки места, они тоже там есть. Кстати, по-моему, мне кажется, он, знаете, где? Вы увидите, вот он. Их если две правильно сложить, то получается бабочка. Блин, это так классно вообще, мне просто понравилось. Тут вон даже поталь есть. Я еще не трогала у тех. Если будет скидка, мне кажется, я еще штучек две таких купила бы. Или где-нибудь на развес подешевле, может быть. Но я не видела пока еще. Глиттер. Не прочту. А это мы с вами будем композицию делать. Это мох. Мох. Это, по-моему, единственное, что может быть дешевым из такого. Что можно положить в эпоксидку.